Ой. Ой. Боже мой. Если, кстати, хорошо посмотреться, у нее видны прям пятнышки. Да. Ты киса такая. Да, вот эти пятнышки, они прям видны. Она жестче, чем Цезарь. Он так посмотрела, типа, что, опять вы какие-то люди? Ой, да ладно тебя. Слушай, а сколько ей? Год, я правильно. Прикусывает, но не надо. Можешь ее в нос целовать. В нос ее можно целовать? Тебя можно в нос целовать? Боже мой, киса. Такая у. Ой, да чуть-чуть, говорит, прикусывает только, ну, да? Да? Чуть-чуть, говорит, прикусывает. Правильно, на зуб-то надо попробовать. Вообще все, поэтому она урчит. Ну, насколько они могут сделать. Боже мой, я трогаю пантеру, настоящий черт. Представляешь? Это же ягуар. Да, это ягуар. Покрупнее ягуар будет? Да, он крупнее. Ягуары крупнее, они более шизанутые. Чуть сладкое. Да, ну такая сладкая девочка. Вот еще. Маленькая такая. Ну такая маленькая красавица. Ну, ягуару минимум. Придушь. Ягуару минимум двухкомнатную на квартиру надо. Что? Да? Ягуару минимум двухкомнатную квартиру? Да. Как леопард уже в однушку никак в студию не поместится. Ты куда хочешь? Смотри, какая лапа. Просто лапу. Не дам. Ой, не трогай твою лапу. Не трогай твою лапу. Ну, очень красивая лапа. Очень красивая. И ты очень красивая. Ну, просто киса. Котеночек. Да? Ну, куда ты? Ну. Ну, послушная такая киса прям вообще. Классный возраст, еще такая вроде как котеночек, но выглядит уже как это... Подросток, цена. Ну да, подросток, но выглядит уже как... В этом возрасте как... можно все. Ой, да, нос. Ай, да, зубки. Ой, эти сладкие. Ну, куда ты? И куда ты? И куда ты? Пошла гулять? Чего там? Пошла гулять, скажите, ТКВ, а я гулять. Такая крупная. Цветы снесешь получше. Ой-ой-ой, все цветочки мне кажется не придут. Это грация кошки просто. Что может спуститься с чердака? Ну она девочка, что ты хочешь? Она тоже хочет цветочки. Что вам всем надо? Как все кошечки, это не любят всякие шуршащие штучки. Ну? Слушай, ну так хочется. Оп. Блин, вот я мечтал на самом деле так погладить большую кошку. Нельзя кусаться. Давай кусаться. Две руки. Сильно не надо. Облизываться? А, как облизываться? Шершавый? Блин, это мечта была 21-го года, на самом деле. Не дергай руку. Ты просто ее убирай, и этот борду. Да. Все. Вот. Тиши ее, под шею. Все. Не выдергай руку, не тогда, хорошо. Она решила, что все, гулять. Она дверь у нее открылась. Она встает и ручку опускает. Ты же молодец, какая кошка, умничка. Цветы, да, насадь в горшок. Нельзя ссать в горшок. Вообще нельзя. Дома она в лоточек ходит? Да. Ой, ты красотка такая, ну прям вообще. Все проверить надо. Ой, ты... В природу, в лес. Пошла в лес. Да, красотка? Все, пошла.
Ну ты вроде как это, не камышовая кошка, не болотная рысь. Какие-то камыши залезла. На нафиг эти декорации, правильно. Я тоже так думаю. Да? Красотка. Ты подарочки там нашла, игрушечку? Ты играешь с такими? Нет, ну давай, я хочу. Нельзя, да? Это Маша, потом не выйдет. Пошла, пошла, пошла. Даже интересно, какая она станет. Да, еще не больше. Не, такая посмотрела. Такая мощная идет, такая тигрица, можно сказать, такая пантера, и пугается какого-то этого. Мне нравится, что у них звук отличается, ну, как у всех, собственно, больших кошек, у них урчать-то могут все по факту, просто одни на вдохе и на выдохе, а другие только на выдохе. По-моему, как раз у больших, да, на выдохе они урчат, этот звук издают. Только тоже. Ну да, да. Мурчание. Ты нюхаешь? Красивая киса. Это я понимаю, интересно, какая она будет в возрасте Цезаря. Мне больше по характеру интересно, какая она будет. Какая же ты будешь будет? Слава. Единственное, что осталось, почему она вес. А у нее нет обороны от предмета, если, например, выбрала вот игрушку и считает это своей добычей, она не будет ее бронить? Все, что у нее в лапах, это ее добыча, она собственница. Видимо, ты тоже, да? Когда попадаешь в ее лапы. Да-да-да. Правильно, помыть надо. Тут всякие ходили, трогали, да, игрушечки. Да, помыть надо. Хорошая киса. Классно, какое-то ощущение. Очень красивая кошка. А что вам надо? Скажи, киса, да? Поиграться, поиграться. Любовь. Слушай, а когда вот они с Цезарем расстаются, потом он так приезжает, ты же на несколько дней что-то приезжаешь? Переживает очень? Очень. А как они потом встречаются, скучают? Да, они облизываются, но вообще Цезарь все, влюбился, да? Влюбился? Да. Ну, конечно, такую красотку, как не влюбиться. Ой, занос. Наждачка такая. Он так прям аккуратненько тебя берет. Так. Ой, красавица. Мне кажется, она намного спокойнее Цезаря прям. Гораздо. Сколько, скажи, сил вложено, да? Да она вообще другая по поведению. Ну, во-первых, она еще маленькая. Так, конец. Быстрая кастрация, недорого, да? Стерилизация кастрации. Обращайтесь. Стерилизовала ее, да? Так она же под Цезаря. Ну, с Цезарем будет жить. Ну, если уже у них уже любовь. Меняется поведение. Ну, уже полтора года сейчас поменяется. Кто не знает, в какую сторону. В лучшую или в худшую. Красотка. Вообще, конечно, смотрится черная кошка. Ой, ты киса. Ты с медведем? Поборола медведя. Мне кажется, все, медведю крышка. Такая пупочка стоит. Сколько она в день съедает? Два. Уже, а вес? Килограмма всего. Так она еще маленькая, ей полтора года. Да, она еще маленькая. А вес у нее какой сейчас? Вес? Как у Цезаря?
Да, сильно? Ты тоже хотела сказать, они внешне очень похожи, ну, но она сильно младше. 70, значит, уже. Наверх нет, не пойдет. Она на место просто. Надо все складывать на место, да, под елочку. Да, смотри, реально принесла там, где взяла. Кошка любит порядок. Да, молодец. Держи. Давай. О, давай на фоне только это. Ну вообще. Где ее Лариза? Какая киса. Не, ну в теории, да, наверное, да, можно срезать, да. Ты его поднимешь, там одни мышцы. Ну вот мне кажется, я ее уже не... А он тоже весит столько же? Он под 70. Он под 70 весит, Цезарь. Мне кажется, я поднимаю максимум килограмм 30. Ну попробуй, поднимешь, нет? Пойдем вот тебе, Катя, там на руки попробуй. Ну как? Все, клади, клади. Очень тяжело. Не, ну 25-30 я спокойно поднимаю. Вот своих рысь там 30, ну 30-35 зимой. Ну как спокойно вот поднять и опустить, ну держать. Она смотрится маленькой, но на самом деле она... Тяжеленькая. Она, да, там, ну плюс поднимать. Одно дело железяка поднять, там 40 килограмм. Телефон чей? Папин. Ой, третий уже. Просто сейчас ее убавить можно туда. Попробуй. Давай. Новая красотка ты такая, ты вылизываешь своего нового друга, да? Ай, красавица. Где я кожу? Он говорит, что тут у тебя, говорит, какой-то этот череп неправильно надо подправить, дырок добавить. Такой у нее еще игривая мордашка, прям вот видно, что она еще не взрослая. Да? Видно, что ты совсем еще малышечка такая, игривая. Малышечка. Хап. Хап. Слушай, не знаю, я буду старомодная, но мне вот по окрасу Цезарь, конечно, меня больше впечатляет почему-то. Да? Ну, классика все, такая. Всех причем. Но она умен, контактная, она всех облизывает на съемке. Угу. То есть она какая-то добрая, ласковая такая. Когда мясо рядом находится. Я просто к тому, что предпочтение. То есть тот же очень сладкая девочка. Ягуар тот же самый, тоже в классике. Ну, красиво смотрится. Две самых опасных кошки. Леопард и ягуар. Ну да. Все. Ни лев, ни тигр, ни кто. Ай, там вкусно пахнет, да? Залипло. Что-то хочется не приходить. Под водой. Она меняет сливы, воду, за ними. Позади ловит, прокусывает черепушку. Как это череп прокусит на скорость? Тем самым она не приходит. Когда смотрю на берег, какая-то вопрос может весить 120-150 килограмм. Леопард, леопард, он 3 раза больше своего веса на неделю, чем он сам. То есть Цезарь, 60-70, вот, 150 раз спокойно. Какой-то 250 раз спокойно. Жарких челюстей в мире второе у этой девушки. Я отнесла. Первое у ней сколько ходило, второе у нее. У меня есть. Нет. Вот, пошло, нет? Да? Ой, ты сладкий, такая морда. Слушай, ну ягуары, я вот никогда не слышал даже, чтобы их в каких-то шоу там в цирках использовали. Они же практически они не дрессируются, да. Вот, и все, много случаев было, и все они заканчивались не особо. То есть леопардов-то еще пытаются как-то некоторые леопард делают? Леопард тоже своеобразный. Идем. Да, но ну, ягуаров вообще никогда не слышал. Она своеобразная. Даже вот я ее вот приезжал на съемку, я ее... Сейчас дам. Я ей на поводке стараюсь не жать. Она вот хочет бегать, хочет ходит, ей без разницы. То есть, вот она уже без поводка, без ничего. Да, с бездомой. Это кофе. Здесь тоже видно подушечки. Кожаночки. Кожаночки такие горячие. Дома кожаночки. Ну, пятнышки. Да, обниматься. Ну, перерыв нужно, чтобы обниматься. Да. Кто-то скажет, спать будем ночью. Живешь девочкой. Девочке проще на контакты выйти? Не. Да. Это тебе просто, сколько уже крови пролито с ней. Связи никакого не было никогда. Ну, не в ту сторону.
Я стилист, я так вижу. Наоми, ты теперь звезда, у тебя канал есть тоже, да? Кто еще не подписался? Как вы вообще смеете? Как вы вообще смеете? Вы посмотрите, какая кошка. Вы просто посмотрите, какая... Ой, сейчас попа у кошки упадет. Держим попу кошки. Попу держим кошки. Обязательно надо идти подписываться. Просто. Звездо. Да, красотка. Да. Так она аккуратненько прям тебя берет. Да, она узнает то, что нельзя батю кусать. Я ляпку письмо. Ой, кожаночка, кожаночка. Ой, такие глазки. Сразу игривые, игривые. Вот. Ты стрижешь и когти? Чуть-чуть, маленькие. Прямо самые резвые стригу. Какие еще когти давай стричь? Любыми обманными способами. Какая кися. Обманными способами. Давайте катим. Да, поближе к ножке. Да, конечно. Когти там подстрижены. Говорит, ну так, чуть-чуть. Самое длинное. Самое длинное как раз оставил указательный, да. Мне потом все писали, говорят, ну что, теперь ты хочешь себе леопарда? Сейчас будет, ну что, ты хочешь себе ягуара? Ну вот, пожалуй, я приеду, потискаю, да? Поглажу, наслажусь обществом. Такая игривая мордашка. Ну, Димки еще. Оп! Как еще пытается поймать. Я думаю, вместо дивана можно должников класть какие-то. Вот так игрушечки проходить. Все, кто микрозаймы берут, там не возвращают и прочее. Да, товарищ. Киса. Я крутой. Что, Саша, еще кошек хочешь? Нет, мне хватит. Пока не съели до конца. Пока тебя не съели до конца. Ну, ограничимся тем, что у нас есть. Хотя хочется. Хочу кого? Еще. Хочу Лигра. Кого? А, Лигра? Да. Ну, это же вообще огромная хрень. Огромная. Но это придется, знаешь, это твоим методом нужно. Надо брать сразу льва, надо брать тигра и делать Лигра. Да. По-другому никак. Будут нас радят, сколько каких-то ягуарунди. Ягуарунди вряд ли, конечно, но... Да. А как называется гибрид, кстати, ягуара с леопардом? Я уже не помню. Там что-то замудренное такое название. Это вообще в истории было. Раз или два в каком-то там заграничном зоопарке. Ягуара с леопардом? Да. Где самец леопард и самка ягуара. Я почему-то думала наоборот, что там самец ягуара, а самка леопард. Ну, типа, как логичнее обычно, что самец, который крупнее. Я про это вообще даже не заморачивался. У меня цель была, чтобы цензор, короче, был не скучный. Ну, ты своей цели добился, я смотрю, не скучно. Теперь не скучно ни мне, ни цели. Никому, ни соседи, да, никому не скучно. Самое интересное, она по дому ходит вообще спокойно. Она не портит мебель, она ничего не ломает, не грызет, вообще ничего. Вот цезарь пустит. Ничего не ломает, не грызет. Целиком причем. Кровать. Либо холодильник, кажется, на кухне. Прости, она кровать он тащит? Цезарь. Не постельное белье, цезарь, а кровать. Цезарь полностью кровать берет зубы и тащит за собой кровать. То есть не постельное белье, не матрас, а нет, кровать. Целиком просто кровать. Деревянную кровать. И холодильник, да? То есть можно уйти в одну комнату, прийти, холодильник стоит на кухне, он стоит в зале. А он как его за шнур тащит? Лапами просто. Вот здесь мы начал открывать холодильник. Тебе нужно просто витязь поставить и там уже. Надо просто холодильник саморезом прикрутить к стене. Он еще на ролике просто проще было брать. Я в детстве получил. Про друга твоего рассказывают. Он заваливает в холодильник, лапку так вот надевает в холодильник и берет то, что надо. Да. А вместе с холодильником еще что-то прихватит. Хозяйственный. А он хороший в этом плане. Воспитанный девочка. Он как-то сам такой получился.
клац такой, клац. Это звонкий звук. Разыгрывает. Ой, разыгрывает, скажи, да? А потом говорит, что я кусаю. А что ты выражаешь? Ну, тоже поиграть хочется же ей. Входим, входим, входим. Так, где, говорит, Мишка? Помпинс. Помпинс. Как ты сильно заранее открыла. Решила добавить куда жутко. Ну, спать ты собираешься? Ложись спать, ложись спать. Все, здесь прям лежишь? Ну, спи. Спокойной ночи тебе. Спокойненькись. Все, а я посторожу тебя. Никто не украл. Я думаю, тебя и так никто не украдет. С твоими-то габаритами и клыками, да? Все, так, тихо, тихо, тихо. Тихо себя веди. Тихо, тихо. Наум, попка не падает, не? Да. Уже упала. Идем. На диванчике спать. Идем. Забыть все. Давай спать. Все. Слушай, а вот у вас же уже тоже были морозы такие, там, минус 25, вот это все? Нет, еще не было? Нет, у нас вообще снег только. Кто хотел спросить, говорю, они как вообще выходили, не выходили на улицу? Ну, было 10-15 градусов, она спокойно есть. Вот, Цезарь домой. Я помню, у меня был такой шок, когда я пришла в какой-то, по-моему, в ленинградский зоопарк, и было минус 25 примерно, и что-то надо было в этом зоопарке. И я захожу, а ягуар просто гуляет на улице. То есть, ну, у них есть и теплое помещение, и холодное. И она просто, то есть, ну, может зайти, как бы, греться, все нормально. Нет, он просто вышел и сидит, такой, минус 25, такой там, уже чуть ли не сосульки у него висят. Сидит ему хорошо. Пройдет и укусит обязательно. Она на тебя зуб заточила. Да я вижу. Так. А он? Я, говорит, полезать. Так. Не ботинки, только не ботинки, если прошу. Мол, не кусать, не кусать. Спи, спокойной ночи. Конечно, ну вот скучные вы. Ой, ты киса, все. Уже такое? Вот тебе смотрим. Да, говорит, сами, говорит, ложитесь спать. Не тыкаю, дай поспать уже. Ну все, теперь спокойной ночи.